партию последний год? Выборов не будет в сентябре никаких, потому что они проходят во вторую неделю сентября. Это 8 число, и вся конкуренция будет летом, когда все на грядках. Там масса фильтров, многие до сих пор партии не регистрируются, многих участников не допустят. Это будет такие игра в выборы, декоративные выборы, где, скорее всего, будет очень низкая явка. И мне абсолютно не интересует, какие будут цифры. Я прекрасно понимаю, что 80% граждан России просто проигнорируют их.